Берегите свои пароли, потому что на сцену выходят настоящие хакеры. О, они тоже этим занимаются. Давай взломаем магазин и закажем себе стильные сумочки. Она такая милашка. Надо как-то привлечь ее внимание. У них стоит слабая защита. Это не проблема. И отправить. Сообщение. О, как романтично. Интересно, что за аноним прислал мне это? Сработало. Теперь в бой пойдет мое очарование. Надо выглядеть достойно. Эй, верни вазу. Мгновенная укладка. Нельзя забывать про свежесть дыхания. Ну, привет. Эй, а вот это не по плану. Верните свет. Уступи место профессионалу, парень. А ты еще кто такой? Симпатичный. Ух ты, это же лучший в мире хакер. Пф, о чем это они? Так это он! Про него говорили в новостях! Тебе что, твоя бабуля сказала, что ты лучший? Эй, ты меня игнорируешь? Добрый вечер, дамы. Проверьте свои телефоны, там вас кое-что ожидает. И что это значит? Просто слово? Разослал всем сообщение, но ты не сможешь вычислить мой номер. Ладно, ты смог. Это какой-то пазл? Может, надо сложить все наши телефоны вместе? Пойдешь ли ты со мной на свидание? Ах, это так оригинально! А он не промах. Думаешь, ты тут самый крутой? Да я тебя легко по IP вычислю. Вызываю тебя на хакерскую дуэль. Да-да-да, как скажешь, неудачник. В работе хакера важно оставаться анонимным. Неплохая маска. Тебе идут усы. Вот ваш нигири-сет с самыми свежими дарами моря, а также наш фирменный десерт. Свободное от хакерских забот время, богачник любит побаловать свои вкусовые рецепторы самыми дорогими изысками. Такое наслаждение. А вот бедному хакеру приходится изрядно попотеть, чтобы добыть хотя бы что-то из фастфуда. Как там говорится, кто не взломает, тот и не ест? Что ж, приступлю-ка к работе. Чудесно, над защитой их сайта работали непрофессионалы. Наверняка есть уязвимые места. Для начала активирую протокол, с помощью которого смогу управлять системой. Ох, моему ноутбуку не хватает мощности. Понадобится дополнительное оборудование. Почти, осталось совсем чуть-чуть. Получилось. У того богача клавиатура отвалится, когда он увидит мой успех. Отвлекись, любитель сырой рыбы, и взгляни на это. Я взломал Трумдональдс. Совсем скоро и этот ресторан ждет та же участь, и я его куплю. Сэр, извините, сэр. Да что вам надо? Я привезла ваш заказ, и за него надо заплатить. О чем вы? Я же... Ой. Знаете, вы ошиблись адресом. Я ничего не заказывал. Как же так? Поздравляю, все, чего ты смог достичь, это меню Трумдональдса. Да наверняка просто в коде была ошибка. А чего смог достичь ты? Только болтать способен, да? Тебе когда-нибудь говорили, что ты очень назойливый? Ну ладно, я тебе все равно покажу. Видишь ту девушку за соседним столиком? К концу трапезы, когда она попытается оплатить счет, она не будет так радоваться. Это, кстати, тоже. А вот и я буду, потому что получу все деньги. Этот выскочка раздражает меня даже больше, чем медленный интернет. И почему все его фото такие идеальные? Я должен что-то придумать. Идея. Сейчас я ему устрою профессиональную обработку фотографий. Ха-ха-ха. Добавлю-ка я пару элементов, соответствующую подпись. Ну вот, это ему подходит куда больше. Осталось загрузить все на его компьютер. Эй, что с интернетом? Опять плохо ловит? Ну не сейчас же. А если так? Естественно, у бедного хакера нет денег на собственный Wi-Fi роутер. Поэтому приходится ловить чужой Wi-Fi бесплатный. Давай, родненький, работай. Наконец-то. Так, мне нужен богатый хакер. Таких, как он, несколько? Не проблема. Я знаю, что делать. А теперь начать загрузку файла. Получилось. Я в себе не сомневался. Надо скорее связаться с Ником, чтобы увидеть его реакцию. Он точно будет в бешенстве. Ну, здравствуй, Ник. Ты зачем звонишь мне? Ты заглядывал в компьютер? Успел оценить новую версию своего фото. Я сейчас без компьютера гуляю по Таймс-сквер. Но ты подожди секунду. Сири, покажи, кто такой Эндрю. Как тебе такое?
Эй, я не лузер, удали это! И вообще, это очень грубо. О нет, наушники перестали работать, как не вовремя. Хм. Зато у меня теперь есть эксклюзивные, крафтовые. Алло, я снова на связи. О, уже утро. Вот и загрузился новый день. А это значит, что время устроить Нику сюрприз. Пусть подольше поспит. Зачем ему этот колледж? Мощная видеокарта. Доброе утро. Ой, где я? А, доброе утро. Отлично, занятия начались, а Ника еще нет. О, ты почти вовремя. Ник, ты опоздал, что ты скажешь в свое оправдание? Но я же пришел вовремя. Ты что, время не видишь? Ой, а как же так? Извини, я ошибся. Все в порядке, мистер Белл. А ты запомни, меня так просто не подставишь. Вот он и попался. Надеюсь, ему понравится мой фирменный прием. Ой, мой ноутбук. Несите огнетушитель. Вот это ему не повезло. Это новейшая модель очков. В мире сейчас таких всего 6. Отлично, я их покупаю. Они идеально дополняют мой образ. И придадут киберзагадочности. Вау, они вам очень идут. Вы выглядите круто. Не понял, это какой-то баг? Мне не нравится. Что-то мне не хочется общаться с неудачником. Эй, почему надпись не переключается? Ой, даже не знаю. Наверняка эти очки просто видят истину и показывают, кем ты являешься на самом деле. Это твоих рук дело. Все может быть. Красотка не захотела со мной разговаривать. Не моя вина. Теперь моя очередь взламывать твои очки. Что ж, удачи. Эй, почему не работает? Я же все правильно сделал. Может сказать ему? Хотя нет, я не откажусь от такого представления. Ничего не понимаю. Наверняка он использует особо высокий уровень защиты. Вот, я хочу, чтобы ты взломал свои очки. Ого, я впервые вижу так много налички вживую. Хорошо, как пожелаешь. Интересно, что за коды он использует? Ник такой наивный. Как раз куплю себе потом новые очки. Готово, я взломал их. О, теперь они говорят правду. Да уж, это было непросто. У них особый уровень защиты. Ага, как он вообще в это поверил? И он еще называет себя великим хакером? Чем могу помочь? Я хочу купить те самые крутые очки, которые есть в вашем магазине. Я поняла, но они недешево стоят. Не проблема. Хотя это грустно, но держите. Чудесно, вот ваши очки. Супер, теперь я буду круче Джонни Сильверарма. Что? Почему они пишут, что я бедный? От этих очков правды не скрыть. Эй, где мой новый системный блок? В хорошую технику надо вкладывать много денег. Эндрю, ты победишь! Давай, Ник, сделай это! А я просто хочу зрелищ! А вот и соперники. Наша финальная битва обещает быть легендарной. Решимся здесь и сейчас. Кто же путем хакерских манипуляций достанет больше всего денег? Бедный Эндрю или богач Ник? Ник, помни, ты лучший! Эндрю, ты все сможешь! Ого, вот эта клавиатура монстр! Ребята настроены предельно серьезно. Напряжение продолжает расти. Интересно, а как у него успехи? А он хорош, я не должен отставать. Ха, это проще простого, как зубы почистить. Я даже не напрягаюсь. Ну что? А-а-а! Этого недостаточно, я должен стараться сильнее. Вперед, ребята, вы крутые! Они собрали уже немало денег. Так, а что он делает сейчас? Играет? Ха, тогда я точно выиграю. Можно даже немного расслабиться. Фух, время моего коронного хода. Моя особая флешка. Ты-то мне и принесешь победу. Ух ты, что на ней? Она золотая. Не может быть. Неужели я проиграл? А почему ничего не происходит? Осталось дождаться загрузки моей программы. Так у меня еще есть время. Отлично. О, уже все. Вот и конец. Миллион долларов теперь мои. Я доказал, что я самый лучший хакер в мире. Кто победитель? Ник победитель! Ну что, каково это оказаться неудачником? Эх, постойте, что если взломать ноутбук Ника и забрать все деньги? Только есть проблема, на моей старой клавиатуре осталась лишь пара рабочих кнопок. Что ж, вдруг сработает?
Получилось! Я победил! Что? Я потерял все деньги? Я совсем забыл установить защиту! Я король интернета. Поздравляем тебя, ты молодец! Не могу в это поверить, я все потерял! О, да! Эй, а ты хочешь видеть больше роликов про хакеров? Тогда напиши об этом в комментариях. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!